Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховщики ошарашили очередной цифрой – 80%. Настолько может подорожать ОСАГО, если будут приняты поправки, увеличивающие лимит выплат по вреду здоровью до 2 миллионов рублей и ликвидирующие учет износа деталей. Правда, тут же успокаивают продавцы автогражданки: для водителей, которые ездят аккуратно, рост может быть не таким заметным. А во главе списка самых опасных водителей страховщики поставили таксистов. Якобы сейчас они платят за ОСАГО гораздо меньше, чем стоило бы. Часть расходов на ремонт автомобилей и такси перекладывается на плечи, кошельки рядовых автовладельцев. Трасса 101. В январе в России снизился спрос на бензин и дизтопливо в среднем примерно на 5-10%. Что случилось? Да все просто. По словам аналитиков, во всем виноват хулиган Омикрон. Многие работники ушли на удаленку, ездить стали меньше, а потому и заправляться реже. Особенно это якобы заметно по спросу на 95-й бензин. Кстати, на этом фоне, что удивительно, и ценники на заправках стали уменьшаться. В Москве, к примеру, средняя стоимость 92-го снизилась на баснословные 7 копеек. Трасса 101. Вот мы все жалуемся, цены на автомобили взлетели, а как радуются те, кто решил продать свою машину в прошлом году. Реализовать-то ее можно ого как выгодно и зачастую получить большую сумму, чем была потрачена. По данным Автотеки, около 40% наших соотечественников отметили этот положительный нюанс. По их мнению, через 1-2 года избавиться от авто можно будет еще за более приличные деньги. Но тут бы не вышло, как в поговорке, жадно фрая разгубила. Вдруг цены резко пойдут вниз. Добавлю, основная часть опрошенных продала автомобиль, потому что он попросту разонравился. Трасса 101. В 2021 году россияне приобретали чаще всего новые автомобили белого цвета, сообщает газета «Ру». Вторым по популярности оказался черный цвет, третьим – серый. Также в первую пятерку попали серебристый и темно-синий. Наименее востребованными стали фиолетовый, пурпурный и розовый цвета. И, наконец, любопытная закономерность – чем дороже машина, тем темнее у нее цвет. Трасса 101. Ничего себе находка. В Казани автовладелец пригнал на техобслуживание свой Nissan X-Trail, а через некоторое время ему позвонил сотрудник сервиса и сообщил, что к днищу кроссовера прикреплен неизвестный предмет, похожий на бомбу. На место вызвали полицейских. Они выяснили, что устройство действительно представляет опасность. Оно состоит из бутылки с горючей смесью и сотового телефона. Теперь правоохранители ищут, откуда ноги растут. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.